Так, сделать такие формы, да? Сначала это готовят. Это, да? Да. И этот, и это... 20 минут. 20 минут, ага. Потом, это называется чунде. Чунде? Чунде. Чунде. И это надо подождать где-то 15-20 минут. Ага. Потом можно... Потом надо так этот готовить, как она делает сейчас, да? Ага, и прямо в тендер. Прямо. И сколько времени в тендере? В тендере 5-6 минут уже 5-6. Готово. Так, значит, в принципе, так полчаса от начала до конца? Нет, в принципе, это все полчаса не получается. В принципе, сейчас я скажу. Если сначала. Ага, сначала. Все это сначала можно считать где-то в течение все это час. Час? А-а-а. Да, потому что надо. Просто продолжается. Ага. В течение дня продолжается процесс. И сколько примерно вы готовите каждый день? Сколько хлеба? 100-150. Ага. Мало. Мало, да. Да. Ага. Это больше готовить, во-первых, трудно, во-вторых, все требуют горячим состоянием, да. Поэтому не получается. Да, больше. Понятно, понятно. И значит, как долго вы работаете здесь, тут, в этом месте? В этом месте? Нет. Это 5-6 месяцев. А, недолго? Нет. Нет. Я, ну, больше, потому что когда я переехал сюда... Точно я не могу сказать. А, Эльцин, что еще делать? Может быть, год здесь? Нет, меньше. Меньше. Может быть, 8 месяцев. Ага. Может быть. И раньше вы работали так, было... Раньше мы в других местах. Других. В других местах. Угу. Потом связывались здесь. И это удобное место, в принципе? В принципе, откровенно говоря, нет. Нет, это, нет, не очень. Это неудобное место. Угу. Как, недостаточно места или мало? Да, потому мало? Что здесь с правой стороны закрыто, ага. Только пешеходы. Угу. С этой стороны цвета тоже далеко. Так что прямо торговать нету здесь. Да. Прямо торговать. Да. Вы думаете, есть планы переехать куда-то? Думаем об этом. Да. Думаем. Ага. Интересно. Интересно. Все это организовать. Слишком трудно. Mm-hmm. Организационные вопросы много. И финансовые. И финансовые, да. Конечно. И ваши помощников здесь, как их зовут? Мехрибан ханым, Айбенс ханым. Ага. Они оба, оба умеют это сделать. Ага. Ну, в данный момент мало готовим, угу. Поэтому Мерба главный. Айбанис передает ей чунде. Ага, чунде. Ага. И также вы готовите курицы, рыбы. Курицы очень мало. Угу. Видано. Туйман шагин сакмейстин. Варда туйух. А, шагин сакмейстин. Нет. Курицы готовим мало. Мало. Ben. Mazlumuz var. Lavendi de var, lavendi sizde. 7 manatta var, 8 manat. Lavendi sizde, 8 manat lavendi. Еще есть вопросы? Ну вообще, если вы... То, что тебе ясно, спрошу вам, я могу ответить. Это курицы там. Курицы, это, по-моему, это как 8 манат, по 8,
Угу. Да. И хлеб... А это 7 манат. А, 7, ага. И хлеб пока 50. Это 50. Ага. И, кстати, хлебу можно поменьше торговать. Угу. Даже когда больше копеек, но это не позволяет нас это место. Меньше готовим, поэтому не получается. А, понятно, понятно. Да, да, да. И вы раньше работали журналистом, да? Да. Раньше работали журналистом, да. И этот, и, конечно, наверное, вы не ожидали, что, ну, работать здесь, да? В принципе, могу так ответить. Все время не работал журналистом. В молодости работал. Потом через 22 года я вернулся в журналист. Ага. До этого я с разными профессиями делами занимался. Угу. И, кстати, с бизнесом. Угу. Тоже занимался где-то 7-8 лет. А-а-а. Мы поехали мы за границу, у нас фирма филан. Так что у меня был опыт. Да, опыт, да. Бизнес-опыт, да. Да, опыт скажем. Был. И потом мы с одним другом подумали об этом деле. Ага. Ну, у него так не получился. Я остался в площади один. Угу. И я боролся. Ну, сначала был вообще очень... неуспешный. А, очень, вообще. Очень, трудно начинать бизнес, в принципе. Всяком... Банкрот. А, получился да. Банкрот. Да, трудно. Ну, и, в принципе, я продолжал. Продолжал, угу. Очень тяжело было продолжать. Да. Финансовые проблемы и другие организационные. Ну, и пока стоим. Вот так. Пока стоим. Ты продолжали и все, да? Надо продолжать, да? Терпение, терпение очень важно. Mm-hmm. Конечно, конечно, конечно. Конечно, в данный момент я тоже иногда занимаюсь прессой, ага. Иногда готовлю материал, потому что это мой профессия. Профессия, да. Я люблю журналистику. Mm-hmm. Ну, откровенно говоря, материально это вообще не стоит. Не, да, не стоит, да? Ну, доплата очень мало. Я не говорю, что это в маленьком бизнесе что-то есть, но больше, чем журналист. Понятно, откровенно говоря. Да, понятно, да. И также здесь это очень вкусный хлеб. Спасибо, спасибо. Все так говорят. Да, очень вкусно, очень вкусно. Кстати, в Баку есть такие места. Да. Это, может, я так скажу, не этично получается, но все говорят, ваш хлеб очень вкусный. Да, да. И это зависит от этих... работницы, да, работницы, они знают свои дела, очень способны, да, очень хорошо знают, угу. Это зависит от мастеров. Таланты, талант, да. Мастеров, да. Да, понятно. Ну, спасибо большое, сейчас я хочу наслаждаться мой хлеб.